Если вы не доверяете качеству купленной в магазине рыбы, тогда рекомендую обзавестись своим рецептом ее маринования в домашних условиях. Теперь всегда свежая и вкусная рыбка будет на вашем столе. Хочу поделиться своим вариантом, как приготовить маринованную скумбрию. Все довольно просто, так что бояться нечего, рыбка хороша на обед или ужин с гарниром, а также в качестве холодной закуски на праздничный стол, например. 1. Вымойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками свежую рыбку. 2. Измельчите лук и чеснок. 3. Выложите все в глубокую мисочку. Добавьте соль, сахар, уксус, масло и специи. Аккуратно перемешайте. 4. Минут через 5 переложите в банку, аккуратно, но плотно. Закройте крышкой и уберите в холодильник. Через сутки уже можно попробовать, что получилось.